Всем привет! Мы сегодня решили сделать заборчик, хотим показать, какой мы делаем заборчик. Резали вот таких вот веточек, веточки разной длины, высоты, потом ошкурили их, вот у нас тут шкурный цех, это мы с детками тут выходные сидели делали. Сейчас мы будем его уже собирать. Вырезаем теперь стороны. Заборчик будет 120, это длина, высота 70 сантиметров. Все верно я сказала, Валерий Витальевич? Приступаем! Вот у нас получился каркас. Сейчас мы будем его скручивать.
Теперь надо его выровнять, куда-то положить на ровное место, чтобы он подсох и был ровненьким прямым заборчиком. Вот тут ровненькое местечко нашли на верандочке. Сейчас вот разложим, бревнышки положим сверху и оставим подсыхать. Вот мы его положили, прижали деревяшками. Все, теперь оставляем на недельку подсохнуть. Заборчик мы покрасили краской, купили самую обыкновенную краску, по-моему, цвет называется дуб. Покрасили его на два раза. Вот такой вот замечательный заборчик получился для нашей декорации к нашим ярмаркам. Всем пока!